песнями, танцами пожаловал к нам Михаил Семенов. Москва! Всем здравствуйте! Здрасте! Здравствуйте, Дима! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, Владимир! Здрасте, Миша! Вы такой солнечный! Как вы добирались-то из Москвы? Слушайте, ну поездом, как еще? Ну, клево. Так, вы будете пениями и танцами веселить? Ну да, постараемся. Да? Да. Дима, ты хотел что-то спросить? Нет. А, ты все уже сказал, да? Понятно. Скажите, а вы кассир, да, Розанин? Да, я кассир. Считаете? Считаю, да, деньги. не обсчитываю покупателей. Вот. Правильно выдаю сдачу. В общем, самый, что ни на есть, честный человек. Так. Мне интересно, что будет дальше. Хорошо. Миш. Да. Можно так, Миш? Да, конечно. Мишка. Миш, мы желаем вам удачи, чтобы было что считать после киевской программы. Михаил, да. У вас минута для того, чтобы заставить комиков смеяться. Готовы I'm начать? Ready. Yes. Let's go. Может быть, я жирная, толстая корова, и никто не смотрит на меня. Хорошее начало. У вас в кармане 1000 гривен. Хотите продолжить? Безусловно, я хочу продолжить. Ой. Обернуться, пригнуться не успела. Популярность, как буря, налетела. Мое юное тело полстраны захотела. Боже, как это все мне надоело. Что ни слова товара подвести, что ни распись, то руки не на месте. Сердце требует мести, даже лет через 200. Это время я не забуду, если... Не забуду, если... Даже ему биология. Биология. Я встал этот момент, не смотри на тебя, понимаешь? Не сдержался, Вовочка, не сдержался. Вы заработали 5000 гривен. Поздравления. Мы выбираем деньги. Вовочка, как дела? Я даже не знаю, что вам ответит Дмитрий. Ну что? Когда вы последний раз были в караоке? А вот и вот за последний год, вот впервые я. Михаил Владимирович, вы понимаете, да, что в общем, второй раз было нас сложно. Да. Но если учитывать то, что Евгений смотрел вниз, а не на меня. Вот. А вы, Женечка, не смущаетесь. Это было нечестно. Просто... Но на самом деле хочу сказать... Смотрел вниз, что... он пытался себя контролировать. На самом деле я... Просто принесли миску с едой. На самом деле я знал момент, на котором вы рассмешитесь, и это было... Вот. И к этому уверены, я и подходил. Да? Да, я был уверен, что именно вот это и заставит хорошо, вас смеяться. Хорошо, в следующий раз я буду смотреть прям. Если у вас еще какие-то секретики, получится. Которыми вы сможете рассмешить комиков. Нет, вы знаете, на этом все. Достаточно 5000 гривен. Это... Но они ваши. Наверное, и попросить больше нечего. Спасибо, вы выиграли. До свидания. Я безумно люблю город Киев. Украина, респект.